городе Истра состоялся праздничный митинг-концерт «России Крым навеки вместе», посвященный празднованию второй годовщины присоединения Крыма к Российской Федерации. Делегация Ленинского района приняла участие в этом празднике исторической справедливости. На мероприятии побывал губернатор Московской области Андрей Воробьев, который отметил: «Подобными мероприятиями мы подчеркиваем важность присоединения Крыма. Хочу пожелать всем присутствующим здесь оптимизма, мира и добра», — сказал губернатор, выступая перед собравшимися. Руководство администрации поселения Развилковское отчиталось о проделанной работе за 2015 год перед населением. Встреча с жителями прошла 17 марта в актовом зале Развилковской школы. На мероприятии также присутствовал глава Ленинского муниципального района Олег Хромов. В этот же день глава района и начальник управления образования Дмитрий Волков посетили детский сад «Кораблик», расположенный в поселке Развилка. В настоящее время идет его реконструкция с увеличением проектной мощности до 220 мест. 18 марта прошел муниципальный форум «Управдом», в ходе которого обсуждались вопросы взаимодействия собственников жилых помещений с управляющими компаниями и ресурсоснабжающими организациями, тарифы на жилищно-коммунальные услуги, установка и применение общедомовых приборов учета в многоквартирных домах, развитие сети общественного контроля в сфере ЖКХ в Ленинском муниципальном районе. Разговор получился заинтересованный и полезный. Даже после окончания форума продолжились консультации и ответы на вопросы, касавшиеся конкретных проблем отдельных домов. С 19 по 23 марта в Ленинском муниципальном районе в поселке Дубровский проходит выездной молодежный форум «По делу». Основная задача – создание площадки погружения для анализа и поиска решений молодежных проблем самой молодежью, проектирование эффективной молодежной сети посредством маркетинга территории и создание молодежной команды муниципалитета. В рамках мероприятия также проходят интеллектуальные деловые игры, тренинги, самопрезентации, командные состязания и конкурсы, квест и многое другое.